Здравствуйте все, добрые зрители, доброго канала. Моя такая большая дружная семья. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня мы покажем в ролике о поездке в четверг в клинику города Рязани. В четверг был у нас отвезен Клёпа на вторую операцию по выпрямлению его лапки и оставлен на стационар. Операция должна быть у нас во вторник. И кто с нами давно, те, наверное, все следят за судьбой Клёпы. Клёпа после операции будет готовиться домой. Его уже давно любят и ждут в Израиле. Спасибо огромное нашей подписчице Дине Милевской за то, что дарит ребенку дом. Клёпу щенком, кто с нами недавно, немного расскажу. Клёпу щенком в нашем городе. Человек с ограниченными возможностями, в приступе, не знаю, как это назвать, неадекватности, схватил щенка и начал его грызть. Это было белым днем, прилюдно. Люди вступились в схватку с этим недочеловеком. 15 минут женщина и двое мужчин не могли у него забрать щенка. Этот недочеловек перегрыз нашему Клёпочке зону роста кости. Поэтому лапка очень сильно изуродована. Вот из-за таких вот нелюдей страдают наши маленькие четвероногие друзья. Но при всем при этом Клёпа очень подвижный ребенок, очень ласковый. А в одном из видео, где у нас подкинуты щенки, можете посмотреть, как Клёпа включил маму, ухаживал за щенками, вылизывал их, при всем при том, что он сам еще маленький ребенок. За Клёпу оплачено 20 тысяч, внесен аванс за операцию. Все чеки, как всегда, будем своевременно предоставлять и показывать вам. Ну и была проведена операция вени. Сначала Николай Николаевич измерил параметры вени на коляску. К сожалению, эта коляска у нас оказалось маловато по длине. И тут что-то у нас какие-то проблемы со шлейкой. Веню взяли на кастрацию. И хочу сразу сказать, что операция была очень долгая и тяжелая. А в Москве, если вы все помните, у нас на УЗИ венечкин семенник, второй семенник, так и не нашли. При прощупывании, при пальпации искали мануально у него семенник. К сожалению, тоже не нашли. Операция у Вени длилась почти 2 часа. Когда вышел Николай Николаевич, он сразу сказал, что очень сложная операция. Семенник у Вени был в брюшной полости и уже был он под кишками. То есть это достаточно долго искали его. И сейчас у нас сложный период адаптации, мы лечимся, у нас подключены антибиотики, обезболивающие, у нас подключены все мази, смазки. И через 14 дней вене снимать швы, но мальчик все перенес хорошо, стойко. Сейчас у нас, конечно, большие отеки из-за того, что он очень, очень гиперактивный, ему очень хочется бегать, гулять. Я захожу в спальню, все, у вене сразу начинается ко мне любовь. Это вот такой маленький-маленький сынок, честное слово. И Веня до сих пор, да, вот я пытаюсь как-то первое время после вообще травмы, после трагедии, что с ним произошло, я ложила, когда он был еще в очень тяжелом состоянии, я ложила его на ночь с собой в кровать. Теперь мы пытаемся отучить его от этого, но, к сожалению, Веня настойчиво, упорно прям передними лапами опирается на кровать, кладет голову и просится, чтобы его положили на ночь в кроватку. Вот такой вот ребенок. И теперь я обращаюсь к вам, моя такая большая дружная семья. Да, Веня колясочник, но у него есть шансы, потому что последний раз, когда мы были у Николая Николаевича, он как бы, Веня стоит, я им занимаюсь, мы делаем массажи. А Веня может секунду стоять на своих лапках. Он хорошо их очень ставит. Венечке, конечно, нужна семья. Семья, потому что, ну, сейчас
после всех манипуляций сейчас снимем швы и веню будем готовить на передержку. Конечно, мне очень бы хотелось, чтобы кто-то откликнулся. Может, у кого-то растопило сердце лед, у кого есть частный дом, вот, есть коляска, есть веня. Веня вас будет любить всем сердцем и всей душой. Это очень благородный и очень замечательный пес. Вот такие у нас на данный момент обстоят дела. И я еще раз обращаюсь ко всем к вам. Моя большая такая дружная семья. Может быть, кто-нибудь обратит внимание на нашего Венечку. Очень бы хотелось именно его. Не на передержку, а в семью. К сожалению, я... Понимаете, не могу, у меня пятый этаж, мне очень сложно его спускать, у нас нету лифта, и плюс у меня приют. А Веньке надо двигаться, развивать задние мышцы лап, поэтому, может быть, кто-нибудь действительно подарит этому замечательному мальчику любовь и ласку. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.